как ему понравилось. Счастливы, я тоже. Всем привет, мои дорогие. Сегодня не выходила на связь, потому что была целый день занята уборкой. С мужем хорошо поработали, все поубирали, и сейчас мы заслужили вот такой вкусный ужин. Посмотрите, я приготовила соте, супчик. У нас вчерашняя рыбка. Вот так мы целый день здесь убираем. Я сегодня здесь мыла окна. Мы здесь все повыбрасывали. Видите, у нас уже пусто здесь. Цветочек поставила. Цветочки пересадила. Окна помыла. Занавески помыла. Посмотрите, что мой Ашкин сделал. Свет. Цветы все перемыла. Я такая хозяюшка. Все чистенько. Ну вот эту комнату только сделала. Вот. Вот так вот у нас светится все. Наубиралась от души, можно сказать. Сейчас можно и покушать. Не показываю себя, потому что не хочу, чтобы вы пугались. Птички, завтра займусь ими. Слушаю вебинар. И сейчас... буду садиться, делаю запись. Можете посмотреть у меня на канале про бизнес наш, про наши возможности. Приятного нам аппетита! Наконец-то у меня руки дошли до моей любимой нейрографики. Сегодня я рисовала крутую тему, глобальную. Я владелица более 5 миллионов евро. Вы понимаете, что это? О своих огромных целях, которые, я думаю, для меня были когда-то недостигаемы. Сейчас я настолько проработала себя, что я готова. Ну, благодаря Анастасии и вместе с Анастасией нарисовала этот алгоритм. Всем доброго утра из Мерсина! Куда я иду? Нас на йогу иду с девочками, встречаемся. Нас будет мало, потому что все еще в отпусках, некоторые другие в путешествия поехали, на родину выехали. И вот мы сколько есть, соберемся сейчас, и то будет классно, да? Я даже не верю, что я свободна, нету моих деток. Знаете что? Я скучаю. Я по ним скучаю. Ночью по привычке просыпаюсь, иду их смотреть, их нет. Ой, приехали мы 3 дня назад, и я 3 дня была дома, наслаждалась своими стенами, уборкой, немножко себя привела в порядок с птичками. Всю любовь сейчас на птичек, Шекера и принцессу. Нацеловала их с утра. Я такой любвеобильный человек, такое солнце. Сделала йогу, встала сегодня, перестраиваюсь в мой режим. Гимнастику для лица и одела свои очки любимые. Я их так обожаю. Вы знаете, что я хотела купить в Duty Free очки. Стоили они где-то, которые мне понравились, 140 евро. Но когда возвращалась, когда ехала туда, были такие планы. Но в Батуми у меня были непредвиденные расходы. И не получилось, там нужно было для школы что-то купить дополнительно. Поэтому как-то так, сейчас буду собирать на очки, восстанавливаться, потому что было у меня очень много расходов, вы знаете сами. И благодарю Вселенную и Бога за то, что я зарабатываю и могу на что-то надеяться, да? Сейчас у меня глобальные планы. Покупки такие именно минималистические по делу, потому что я являюсь инвестором и считаю, что сейчас нужно минимализировать свои расходы, что-то докупить, какой-то продукт, чтобы получать с него пассивный доход. Это моя тактика. Поэтому я хочу заказать себе швабру, мне испортили дети. Супер самую, супер.
В будущем хочу и робот-пылесос купить, который облегчит мне мою уборку. То есть вот такие вот у меня планы. И очки купить. Но мы когда возвращались, у меня были деньги, да, на другие, да. Мы сейчас там виски купили, конечно, потому что каждый день в Турцию не ездим, да. Сигареты купили. Все-таки экономия, да. Сами знаете. И еще же, ну, не хватило, да, той суммы не осталось. Я подумала, ну, ничего. Значит, так, значит, я лучше. Я всегда хотела Гуччи фирму. А там были Барбери. Гуччи не было. Вот Гуччи мне так нравится. И не было все равно очков по душе, да. Уже брать, если хорошие. И я решила, вот здесь вот форум я видела. Ну, буду копить на эти очки. Но не суть, боже ты мой, покупки, покупки. Я нахожусь в Мерсине, скоро встреча с девчонками. Пока еще на зумбу не буду ходить. Почему? Потому что мне надо восстановиться, квартиру убрать. Я вот так потихонечку делаю. Занавески стирать, все. Все перестирать надо, перемыть окна. Очень много дел. Еще же у меня бизнес, сами знаете. Много времени уходит на это. Вот 3 дня не выходила. Сегодня мой первый выход. Удачного дня. Где расположилась? На коврике своем. Девчонок сейчас жду. Замечательно сделали эту полянку. Прямо для нас, девчонок. Интересно, на море купаются? Конечно, будет купаться. Надо будет потом тоже посмотреть. Где Леночка? Может, она едет? А вон Лена едет. Леносик едет. Привет, мои дорогие друзья, любимые подписчики. Я в Мерсине, иду на море. Проснулась сегодня в 7 утра. Сделала йогу, сделала гимнастику лица. Позанималась, насыщаюсь этой красотой, спокойствием, свобода. Попугаем. А посмотрите, какие цветочки нежные, красивые. Какая красота у нас. Так вот, мои дорогие, я все-таки решила сходить на море. Одену мои любимые очки, которые кому-то не нравятся. Но она кому не нравится, она у меня уже в блоке. А еще раз, это мой канал. Кого хочу, удаляю. Кого хочу, прибавляю. Ведите себя достойно, культурно. И самое главное, знаете, вы можете писать плохие комментарии, но уважайте, пожалуйста, членов моих семей, не надо их так оскорблять как-то, это не ваше дело. Можете меня оскорблять, но не переходите на личности, вы все попадете в блок. Займитесь своими детьми, у вас так хорошо все. Вы знаете, человек, который осуждает других детей, у него такая же проблема, еще хуже, наверное. Вот поэтому он замечает, вот у кого что болит, тот о том и говорит. Поэтому никогда не осуждайте, все может произойти и с вашими детьми, и с вашей семьей. Наслаждайтесь тем, что я показываю, и все будет нормально. Творите добро. Добро спасет мир. Красота спасет мир, и добро спасет мир. Я вас очень люблю, ценю, и я хочу видеть у себя нормальных, адекватных подписчиков. И поверьте, я человек, переживший такую жизнь, столько проблем, да я такая сильная, что вы меня не сломите, а просто попадете в бан. А я пошла на море. Ведь сентябрь уже заканчивается. Хочу посмотреть, какая у нас водичка. А потом возвращаюсь домой, и продолжается у меня стирка. Сегодня буду стирать занавески и окна мыть. Все, до связи. Покажу вам море. 24 градуса. Так. Народ есть. Место, где свободное, сейчас смотрю. Где свободное местечко? Видите, местечко, в принципе, и не обязательно нам, не так ли? Нам главное покупаться и собраться, и все.
Посмотреть, какая вода. Ну что, мои хорошие, я пошла. Ой, друзья мои, оказывается, я столько говорила, говорила и не включила вам видео. Накупалась я. Вода замечательная. Знаете, вспоминаю моих лапусик маленьких, моих любимых сладеньких, которые заставили бабулю все лето пробыть на море, искупаться. И Ашкыма тоже. Мы очень счастливы, потому что этим летом, да, у нас много энергии пошло, но оказывается, сколько у нас энергии. На все и на все хватит. Вот. А так бы сидела Светлана бы дома, занималась. Я Ашкым вообще в том году ни разу не искупался. Белый был такой. Я какая-то такая вся в бизнесе, в нейрографике, в зумби, в шмумби. Сейчас еще эту неделю дам себе отдыха. Надо восстановиться, кое-какие дела поделать. Сейчас со следующей недели уже на регулярной основе, мне кажется, надо садиться на правильное питание, потому что было нарушено наше питание. Очень много хлебобулочных изделий Светлана поела. И сейчас даже без хлеба не могу. Вот прям хочется в салатик так обмакнуть, да? Смачно, смачно, вкусно, вкусно. Так вот, мои дорогие, замечательная погода, и буду ходить на море по возможности. Я проснулась-то рано, но подумала, что я замерзну. Но вот сейчас как раз такое время, после 10, нормальное. Видите, так все занято, все эти лежаки. Мне придется посохнуть. Может, здесь разложу полотенечко и посижу, позагораю и пойду домой. Добрый вечер всем! Добрый вечер! Добрый вечер, принцесси! Принцесси, принцесси! Видите, она не боится, а это трусишка. А на телефон вообще не тоже, видишь, не боятся. Ну ладно. Что я сегодня кушаю? Вчера я приготовила котлеты из чечевицы красной, знаете? Очень вкусно. 3 или 4 месяца не готовила. Отварила себе картофель. Посмотрите, какую рыбу я буду кушать сейчас. Я же ее купила в Батуми. Мой муж ушел с ребятами, друзьями в ресторан. А я купила такую рыбку. Она стоит 9,20. Это, знаете, как 100 лир одна штука. По нашим деньгам. И вот, смотрите. Там я ее не поела. Она без пакета, что ли? Или пакет так? А, воздух здесь. Смотрите, сейчас я буду ее есть. Мне как раз тут одной хватит. Так, что приятного аппетита мне. Какая она вкусная, сочная. Ой, обалдеть. Я сегодня только что закончила работу по бизнесу. У меня была покупка ценных бумаг. Так что вот, надо и подкрепиться. Я хотела сегодня, знаете, что приготовить? Баклажан с фаршем, вот именно с пловом, так красиво хотела же пожарить баклажан и сверху фарш. Сейчас скажу, и не так скажу, и будет плохое слово по-турецки. Карны, я прак, что-то вроде вот такое. Ну, муж решил пойти кебаб поесть, пускай идет, я зато... Сейчас кушаю такую вкуснятину, мои дорогие. Там музыка какая-то у нас впереди была. Целый день вожусь, да, то там убрала, то там. Постепенно закончила окна мыть на той стороне. Остались мелочи, ванну чищу. Муж принес отбеливающее, покажу вам такое средство. И я вот 2 дня чищу, сначала кусочками. Его надо оставить на некоторое время. Вроде хорошо отмылась. Приятного мне аппетита. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.